Ребят, ну что, руки у меня очень трясутся, я очень переживаю. Я первый раз держу вообще в руках машинку. Ну, вы можете себе представить, да? У меня, ну, я нахожусь в стадии резерва, но я на стадии, на грани эмоционального взрыва. Очень переживаю. Срыва чи срыва? И срыва, и взрыва. Когда Витя много лет назад сказал: Лена, ты меня завтра подстрижешь. Я говорю: да, Витечка. Витечка спал, а я-то нет. Я думаю: боже, так, ножницы, уши, так, а там же ж родиночки, а вдруг не ухо, а челка, а как выводить, а как... Я смогла. Меня трясло, но я смогла. Сейчас меня трясет дважды, потому что это электричество. А это вообще, Лена, гайд, расслабься. Может быть, ребят, ну, короче, поддержите за меня вот так вот лайки, пальчики, я не знаю, что-нибудь держить, бо я сама в себе поймала, но не выдержу. Я себе сама не выдержу. Все, поехали. Даете мне добро? Лена, давай! Давай, Леночка, бо жара. Завтра июнь. Вы меня видите? Да, я работаю, ребят. И начинаете отсюда вот так, и пошла так, раз. Учитель, понимаете, я сказала, сидеть вот тут. Вот. Все, сижу. Все, ребят, я со спины. Я потом уйду, и вы все будете бачить. Потому что камеру я вертеть не буду. Веду. Спешишь, вот так. Нет. Не... Ага. Ребят, ну что? Не перевяжи так, иди. Все подряд веду, ребятки. Да, да. Сильно переживаю. Еще назад, не спеши. Надо так часто водить, водить, бо буду течь. Вы видите, как мне тяжело, да? Если бы что подумал... Ты же далеко пошла, уже... Не-не-не, я тебя бачу, Витя. Молчи сейчас. Подряд иди. Ребята, вот так он мне мешает. Он все время мне мешает. Тут же еще и насадки мне менять. Сейчас, наверное, специалисты на меня смотрят и думают: боже мой, что она истерит? А я истерю. А не скажешь. Потому что ножницы у меня, когда в руках, я работаю уже, я чувствую их. А тут, вы знаете, как не умею работать с дрожжевым тестом. Я сильно быстро иду. Нет, 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 Витечка, все же я вижу. Наезжает, ребят, наезжает. Ты головы, ты ж... Ну а что, по два раза на одном и том же месте? Да, да, да. Нет. То что оно там... По два раза там не бойся, оно же не снимет еще, оно ж... Це 12, Леночка. Я помню. Мастер поставил. Консультанты, консультанты. Не, мастер, мастер. Мастер. Не, ну как, в принципе, гляньте, ровненько так, красивенько так. Главное не запутаться в насадках. А там написано. Сейчас 12, а потом 9. Хорошо. А потом обработаю ножничками, так? А сверху ножницами. А сверху видно все, ты так и знай. Гарнюня, глянь. Мне ж жар, ребята, кидает. Ну, уже бачу, успокоилась, и она просто... Уже чуть-чуть, да. Она бачит результат, что оно хорошо. А, это он не знает, что у меня в душе. Да, да. Не, ну, по тебе не скажешь там. Да, понятно. Колотится. Я, у меня дочь артистка, а я ее мать. Прикинь. Это породословная у меня. Вона, да. По мне я сразу, если что у меня на душе, я не, ну, я не скрываю, вона что может там якось это. У меня все эмоции на лицо. Там я нашу это. Нет, Ника, я помню, вижу, чувствую. И у меня аж, слава богу, чувство, я тебя родинки. Знаю на все 99,9%. Витя знает, каже, насколько ты меня знаешь, Лена? Я говорю, на 98%. Говорит, не верю. А я-то знаю на больше, ребят. Та не, это ж я дурью маюсь, называется. Та не. А я-то знаю, что да. Хоч. Перукарня у нас тут, ребят, перукарня. Цирульня, цирульня. А перукарня, это же тоже парикмахерская, да? Да. Тут тоже можно, чи нет? Не надо там. Ты думаешь? Конечно. Мы же специально вот сюда еще. Все, тихо. Вот ты тут сейчас выбреешь и все. Уже выстрелил. Зачем? Чтоб ты был красивенький. Не-не. Ну я считаю, что хватит, надо менять насадку. Дивись, дивись, там же еще. Я по кругу прошлась уже. А теперь девятый. Так оно быстренько прям. Так. Все, выключи. Меняем на девяточку, так?
У нас там есть щеточка. Хоть там уже на меньше. Мамечка, ну снимем. О. Отпусти. Давай. Лянь, Тяна, ты видишь? Не, ну ты же кайф, сними. Ну, как это он меня вот так вот... Так, это что у нас? Дай гляну. Як? Дай гляну. Нет, 14-я. Девятка. Нет. Ну вот же, 6 миллиметров. Это шестерка. Шестерка. Шестерка надо нам, да? А вот это девятка. Вот она. Ну, давай, пробуй девяточку. Давай, давай, я тушкой аккуратненько. А потом вверх буду ножничками работать. Ребят, вам интересно? Ну, смотрите, кому интересно. Кому не интересно, выключайтесь, бо мне самой очень интересно. Все, девяточка. Теперь чуть-чуть не доходишь туда. Там. До, вот так? Ну, да, 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 да. Оно будет там оставлять, типа смазываешь, смазываешь. Типа. Ну, что-то оно нема изменений вроде. Че есть чуть-чуть? Ну, дивись, ты что ли видно там? Чуть-чуть видно, да. Смазываю, смазываю. Там. Ну, что? Види, не види. Да, тут надо на затылке, наверное, сильнее. На затылке? На затылке много волос. Ну, на затылке еще там меньше. Угу. Там. Последний тройка можно. Да. Там же еще четверка есть, да, вроде? Угу. Шестерка. Ну, тут можно манипулировать толщину, можно так, мастерство именно. Угол можно. Теперь мастерство у меня. Тихо, тихо, тихо. Откуда же ему взяться, сына? И тут нужно вот так сюда. Вот сюда и поводить трошки. Ниже, ниже, ниже. Сейчас, 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 сейчас. Не, ну тут уже богато видно. Ну, дивись. Ничего, лето. Лето, ах, лето. Лето звездное, звонче пой. Лето, ах, лето. Анекдот хороший знаю, ну. Вульгарный? Ну, тебе не мешай. Не. Нет, мне не мешает. Короче, стажер пришел. Ну. На работу к мастеру, той, ну, той мастер объясняет ему инструкцию, инструктаж, цей. Короче, самое главное, чтобы клиент остался доволен. И сворачивайся, что хочешь делать, но чтобы клиент остался доволен. Я хоть стрижи там, что делать, ну. Короче, бриє. Пришел клиент, и цей стажер бриє. Опасный бритвочка раньше тут. Ой, это серьезная вещь. Теперь раз и резанув. Ну, порезал. Мастер побачив и хотел цього ж ударить. Стажера. Стажер уклоняется им этого клиента. Клиент. Клиент с кресла вылетит. Трясет головой. Ох, извините, извините. Я, ну, да ничего, ничего. Ну, типа мужик так. Короче. Можно перебить. Четверку или тройку ставим? Давай четверку. Ну-ну. Короче. Мастер. Ага. Тут успокоили. Все, извините. Все, ну, короче. Приедали другу щеку. Раз. Ну-ну.
Опять чихнул кровь пішла. Той же мастер, той мастер с другой стороны. Хоть же цього студента, стажера. То и ворачивается, и опять бабаться, мужик перевернулся. Ноги задрал бедный. Ну его подняли там, ох, извините, мы вам это, ну, все там, ну, сейчас, ну, так получилось, ну, извиняемся, все. Дальше. Дальше бриє той стажер, бриє и цьому клієнту каже, як вас кусочок уха одрізав. Той каже, так вибрось його, щоб мастер не видів. Ріжуть і люблять. Ріжуть і б'ють, да. Ні. От так. Ну, я ж говорю, вот так. Не, ты ж перевернула. Не, вот так показываю всем. Заезжает, ребят, я не знаю. Так, пока он замотан, что ему руки замотаны, он мне не даст, да? Я ему сейчас полушка, не? Так, тихо будет. Тихо, самой страшно, тихо. Уже, по-моему. А, вот тут он почти не отличается. Ну, сам, да. И там тоже так доходишь до этого шли, да, надо. Самое страшное. Ребят, ну если это первый раз, и у меня вот так вот, ну, короче, вы за меня. Результат посмотрим, да? Скажи, Лена, у тебя получится. Да, Лена, у тебя получится. Ну и руки управнее. Я сейчас вначале. Заметьте, что у нее очень ловкие, правные такие руки. Первый раз я заметил, как она рыбу чистила. Пришли мы до Зои, до сестры. Новый год встречали, и Лена рыбу. Бачу движения такие, чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ну, такими руками, думаю, что же она не постриже. Руки послушные, правные. Ну, ему стоило сказать, а я ночь не спала. Мне просто надо было с утра, так я на... Да, на сон говорю. Завтра моя Лена пристрижешь. Я никогда никого в жизни вообще не стригла. Детям челочки, но не больше. И то не всегда, больше чаще в парикмахерскую. А я стриг и в армии, и до армии хлопцев стриг. Была машинка то ручная такая. Под, сразу машинку, потом под расчетку. Канатку. А в армии научился. Все, ведь надо тройку, потому что тут четверка не берет. Ну, сколько взяла, хорош. Троечка. Да, нет, девятка будет. Тут так непонятно пишется все. Понятно. Вот тройка, вот. О, сбоку, да, пока. Там еще только... Вот так, да, вот так я одеваю? Да нет. Да что ж я никак не могу понять, как ее одевать? А вот же, уже специально. Пазы, да? Помоги. Вот же вот помоги это. Помоги мне. Вот это, вот это держи. Сердце гибнет в огне дышащей лаве любви. Пам-пам, па-да-ба-да-ба-да-ба-тай-да-дам, тай-да-дам, тай-да-дам. Все поешь? Да. Тихо, Гой, мы поменяли на шапку, Витя. Уши, уши. Так высоко ж не надо. Не-не-не, я вижу, где грань заканчивается. Ты не видишь, ты бачишь, что ты вот тут, вот сюда не доходишь. Не доходю. Вот уже видно, тут видно уже перед. Я сейчас ножничками. Да, не. Ты не поняла. Куда мне? Надо по так было идти. Лето отрастет. Не надо высоко. Тройку уже вниз. Хорошо. Иди там вот так вот вниз. Вот так где она. Добро. И все.
Бо то, що ти тройкою, четвертою, воно ж срізає. Так що, Леночка, перший раз, хто ніколи не пробував, нічого тут можете свободно. Постригати. Постриги мене. От у тебе в'юни. Боже, тут такі в'юни ззаді. Тут надо станком. Так, шо, макушку, шо, работаем ножницами, так? Ну да. Все, ребят. Ты меня намочишь, что ли? Не-не-не, не надо, не надо. Мне так неудобно, да. У нас тут наборчик, у нас филировочные, у нас вот такие, всякие, и расческа. Все у нас... Вот филировочные. Да, все у нас система. Ну так. Фирма веников не вяжет. Да. Не, ну как, мы себе сами помогаем. Ну а чё? Раньше меня и видят стриги. Лену стриг, ну она что-то там начала. Она что-то, да, потому что хочется что-то... А, ничего же не получается, мастера, они... Мастера приходят, дивлюсь, а там ничего мастерского нема, просто что... Бывает порва, то это так модно, если асимметрия, это так модно. Рвані такі драбинки, як ми казали, драбинки такі. Це так, все нормально. Ты как-то вот эту ножку, не? Да, да. Убрать. А то он сел, я сижу как на, этот, пальцы набирать, на именинах. Сейчас я хочу, что тут... Я все помню, Витечка. Тут на уровень надо выйти, видишь, тут я ж... Резанула. Резанула, потому что... Не-не-не, так мы сейчас и выйдем сюда. Сейчас мы так и выйдем, видите. Потому что лето, жара. Надо быть... Под ноль, под нолик, да? Ну, не под нолик, но где-то около. Ты начинаешь опять сзади вставать и набираешь. Я сейчас сзади встану. Дай мне вот здесь на уровень вывести лево-право ушко, чтобы оно было хоть более-менее похоже на систему стрижки. Ну, так, начала, ось отсюда начала, потім отак йдеш і пішла три рази тут і тут. От отсюда начала, пальчиками легенько набираєш. Тут уже в пальчики оно не берется, Витечка. Видиш, я там пройшлась, ти мені... Ну, потім пройдися, воно сюда. Пальчик, воно ж... Пальчик натягує його. Все, молодця. Пальчик натягує його тоді ж. Ребят, ну дело в том, что, ну как, даже если у Вити получаются какие-то изъяны после стрижки, у него волосы же, они как, они не бьются, но они ложатся такими, ну, локонами, если вы заметили. И они, вот этих погрешностей действительно, ну, мало видно. Хотя Артем приходит, когда так вот тут за ушком не убрали, батьки, что це вы так стригли, так. Но там дитина, он на своем месте. Он замечание делает не в бровь, а в глаз. Да, він... Но это дуже... я даже никогда и не обиделась. Он правда... Не, він, если стриже... Не, ну, Витя, ну, сильно специалист... Долго, долго, да. Старательно сильно. Это ж ты тоже долго детей стриг. Как ты их бедных истязал, они до сих пор помнят. Когда садился Богдан. А машинка ж была эта, ручная, да. Она ж... И он сидел бедный, уже и ерзает, уже и просится, па, ну па, папа ж дотошный.
Детки уставали. Богдан долго... Ну, надо было воспитывать, что, ну, да. Что же за парень, что нынче. Богдан долго же не садился стричься, боялся, да? Не. Ну что не, а кто у тебя боялся? Никто не боялся. Что если кто-то плакал? У тебя то Вика плакала, Вика старше, а братика меньше годик было, и постригли его наголо. Ну, у нас традиция такая, деток. Ну, видите, у них стрижут. Такая традиция была, у меня нет. У меня девчата, может, поэтому нет. И девчат всех подряд. Именно, чтобы было год и постригти наголо. У потом... вас так было, ребят? Ну, не все. Напишите было. Мне завтра, у кого было. У нас так не было. Было. То есть, так? Считали, что врожденная луковичка, она если врожденная, то ее рубай ты эти волосы, не рубай. Ну, сколько людей, сколько мнений. Не спорю. Не спорю. А у каждой области даже свои. Вон у меня сотрудница едет на свадьбу. Видите, у них вот такое, что едет людина на свадьбу, и ну, вот, едут две семьи, везут две булки хлеба. Едет три семьи, везут три булки хлеба. В дом они входят всегда с хлебом. Ну, а я же... Раньше еще и бутылку водки брали. Да. Сейчас не берут. Ну, у тебя тоже такое было? У нас нет. Было, то а я же. А у нас не было такого. Так, у тебя тут уже, наверное, считаю я много, да? Да не. Вот тут вот у тебя убрано, что теперь будем как этот изъян исправить? Та сторона чеканутая. Ну хай будет, вот. Ну я хочу. Снимай, снимай тут еще. Снимать и здесь также, под вот этот уровень? Да или ну снимай там. Взять тогда, нет? Не, не надо, вот ты машинку сейчас. Ну все, ребятки, я задом становлюсь к вам. Лучше передом, конечно. У Вити размоталась моя. Ты вставь не сюда, встал вашу. Камеру двинуть сюда? Не, вот это встал просто за шею. А оно не вставится уже. Ну ладно, 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 я все равно в душ. Нет, ну ты понятно. Чуть-чуть заправ и все. О, все. Прекрасно. Короче, да, ребят. Стрижемся мы. Ну, це машинка, що опасно, бачиш, можна заїхати трошки, оце треба ну, я акуратно. Ну, що-то так раз... Ну, ти ж заїхала геть на цей. Ні, я просто... Я ж казав, по кругу... Ні, а я думаю, може, і тут, і раз чеканула, ну, так... Ні, я ж казав, не треба. А що, чуб, і мене вверх, руками, так. Будеш валятися, сина. Так, мені неудобно з цієї сторони. Отак. Поняєш? Так. Ніже сядь. О. Не, ну тут уже на пальчик не берется, тут надо под расчесочку, Витя. Ну. Давай я буду делать под расчесочку, аккуратно выводить. Рокировка. А там кантик без насадки уже. Угу. Люди устали смотреть на него, да? Ну. Выключат, потом не, еще посмотрят. Да, да. Я не могу выключать, у меня руки в волосах. Ребят, ну вот так, да, что? Вот так. Иногда, иногда веселуха, иногда вот такая невеселуха. Не, ну это может, как бы, кому-то... Жизненный факт. Понадобится, да, что ничего сложного нема. Берите и делайте. Конечно... Парикмахери будуть в захваті. Ні, ось, їм же клієнти треба, тут на тобі. Дома стрижуся, народ не йде. Ні, ну ушки мені подобається обробка. Ось тут, от як цю полосу тепер вирівняти, не знаю. Ну хай буде там. Та ні-ні-ні. Ну як ти вирівняєш? Не годиться. Зараз виведемо і там на ній. Ні, не виведеш. Виведу. Це треба все знімати. Ты же мне не даешь включить машинку, я бы сейчас полосочку там прошла и все. Не надо. Ты там заедешь, куда вообще? Ну, у тебя тут вихрики такие, что они действительно и как-то залом такой делают, что там и не видно особо. Витя, и не ори. Молчу, я хлеба в лед. Не знаю, ты в душе орешь, я же это слышу. Я в душе очень сильно слышу. Ты накручиваешь, Леночка. Як людина накручується, і проблеми, і кажеться, іменно це все ж, все суб'єктивно, розумієте, іменно
Витя такой оптимист вообще по жизни. Я так близко все до души беру. Какая-то мелочь, и я уже не, буду париться полдня, Витя. Я ну, просто у меня тренировок, Елена, бесконечно тренировок. Я ж лет 30, я тоже ж был. Ну, какая-то мудрость, какие именно аутогена тренировка. А мне кажется, это генное такое, этот самый, что неуспокоенность. Если что-то вдруг не так, все, я уже думаю об этом, я спать не могу, я переживаю, я волнуюсь. Ну, как-то я не могу уже отпустить, если что-то произошло. Не, ну, а что произошло? Ну, вот даже вот тебе чекануло. Ну, и что, вот это стоило, ну, стоит. Ночью не спать? Ну, я знаю, должно быть иначе, а оно не получилось иначе. Потому что дурканула. Ну, эксперимент, урок будет. Ну, урок-то будет, а мучение, оно не проходит бесследно. Не реви. Не. Не реви. Я не плачу, но мне ж краснеть за тебя, правильно? Кто стриг? Елена Ивановна. А это ж не есть обычно... хорошо. В селе говорили, там, если плохо постригли, такая городами. Не, селом. Ну, Витя, как тебя первый раз подстригли в арбузинке, мне хотелось плакать. Думаю, блин, да что ж такое, его просто сделали, ну... Ну, солдатскую причёсочку. Да нет, это да. Была жесть. Ну, я, там... Нет, Витя, это брата было не было, а просто, что коротко съели. Настолько плохо, не знаю. Коротко! Мне не понравилось. Витя, терпи. Я ж хочу как-то выйти на единый уровень. Сейчас он помоется, ребят, потом выйдет из ванной и покажет. Ну да. Ты немножко выключила, Леночка. Нет, выключи. Нет. Не буду выключать. Я сейчас еще ушки пройдусь на макушке. Похож? Я пока в глаза тебе не смотрю, потому что мне ужасно обидно, ну, что я залезла туда. Чтобы они узнавали. Этой насадкой. На работе, чтобы узнали, так сказать. Кто ты? Кто ты? Кто ты? У нас есть один знакомый, мы его недавно видели. Ой, это чудо. Когда недавно? Позавчера. Не, ну все это да, а в тот момент, когда он нам сказал вот это, кто ты, всегда у нас дома сидел, ему кто-то позвонил, и он не просто так, он просто нормально сосредоточен, взял трубочку и говорит просто, кто ты, хотя там написано, там Ваня Иванов, да, а там было все написано, это же он прикалывался. Да, до него сильно убежит. Да, не, он шутил, потому что знал, что звонят свои. Ну, ты так понял, Яна. Да. А я знаю, что это у него же все люди записаны, это ж контакты, все. Не это всегда. Ж он дурканул, да, да. Он дурканул, Витя. Типа, кто ты? И у нас всегда так часто бывает, Витя кто-то звонит, но если даже свой там, или сестра, нет, сестра нет, там, зять или брат двоюродный, кто ты? Ну, так у него было здорово получилось как-то. Экспромт, но он был так в тему, именно в место. Но мы хохотали долго. Так, что мы делаем? Ушки сейчас поправляем. Станочек наш где? Нет, с этим. Угу. Кантовочку, кантовку не будешь делать? Филировкой? Не. А чем? Вот той штучкой? Надо да, без насадки. Без насадки. А, без? Сейчас. Без насадки и ты торцом так. Тык-тык-тык. Сейчас пробуем, Витечка. Как-то вот все не могу понять, как же оно снимается. Ага. Ха! Ребят, ну, обращайтесь. Я сначала то ухо, бы страшно без насадки. Тут же ж кругом лезвие, я. Торсон, не так, не так. Переверни. Вот так. Да? Да-да. Ого. Иди, если тоже, Леночка, сядь. Теперь я все там вижу. Нет, тут ты так слышишь. Тихо. Не поняла. Я хочу ушко вот тут почистить. Убрать. Значит, вот так. Нет. А потом уже торцы уже так. Ага, поняла? Хорошо. Все. Я же ему Дивись, говорю тут... так, и он говорит, не-не-не, вот так. Тут же шея. Я всегда родинка. С ним спорю. Я вижу. Всегда с ним спорю. Витя, спорю, я же говорю, Витечка, я же вот так говорила, всегда. А он всегда убеждает меня, что Лена нет.
ужас какой-то. Ух ты, так оно прям много сразу. Богато ж ты. Тихо, нет, я все вижу, я увидела, что много, я аккуратно. Не ори. Никогда не ори на жену. Самой страшно. Да, там курочка. Ой, как хорошо. Прямо хорошо. Мне бы еще очки одеть. Ну все. Тихо. На. Нет, не надо. Не надо. Я не буду одевать. Я а если одену, то свои. Ой, как хорошо. Я-то думала, ну, тут станком и не надо работать, оказывается. Угу. Ничего себе. Круто. Зрители устали, бедненькие. Футбол дивилися вчора? Футбол дивилися? Є у нашій Україні і слава, і воля. Нам за єдність і за мужність усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запалюємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття, козацького роду. Молодець. Наші ніколаївці співають, не ще не вмерла, а є у нашій Україні і слава, і воля. Нам за єдність і за мужність. Тоді усміхнеться доля. А так будемо ждати, то вона ніколи не усміхнеться. А будемо єднатися і десь боротися, то буде. А так. Так, мені треба ще станок відбити. Я посиді 2 хвилини. Ребят, давайте я виключусь, да? Да. Ми вже, потом да. А потім, Вітя, вимий головочку, я вам його покажу, він буде прекрасен. Все. Леночка, ну первый раз, конечно, мандражик, все. Но я считаю, что отлично. Ну как, хорошая четверочка. Ну первый раз, знаете, машинка, она не знала, как это, что. А, бачите, какие руки, какие вправні, какие золотые ручки. Все, пока. До свидания. Иди сюда, Сонечка. Я расстроена. Все. Я дурканула. Ну ничего, ничего. Взяла эту насадку и завела. Думаю, а я же тут чуть-чуть. А не вот надо, все. Граница. Уже я, поздно, да. Не надо. Ну вот так, все, да, если да. Можно всегда под ноль, а потом волос растет равномерно. Все. Спасибо. А знаете, что единственное, что хорошо? Я его ни с кем не спутаю. Вы меня узнаете, все. Ай, жесть. Я пошла делать икру, потом покажу, что получится. Пока. Хорошего вечерочка вам.